Однажды собрались симпатичные люди. Режиссер Владимир Малков, актеры Юрий Яковлев, Лев Дуров, Антонина Дмитриева, Рогволд Суховерка, Татьяна Аргунова, Виктор Зазулин, Владимир Вихров и решили порадовать радиослушателей ученой комедии Никола Макиавелли, которую я вам сегодня и предлагаю послушать. Никола Макиавелли, Мандрагора. Ученая комедия XVI века. Действующие лица. Я чужив. Калимака. День это или ночь? Наяву я или во сне? Мессер Ницше. Мне кажется, что в браках редко оправдывается пословица: Бог создает людей, и они находят себе пару. Лигурио. О, не сомневайся, дочь моя, я буду молить Господа за тебя. Фрат Тимотео. Ой, я вся в огне от этой муки. Лукреция. С полсотни женщин в этом городе благодарили бы за это небо с воздетыми руками. Сострата. Действие происходит во Флоренции. Бог вас храни, коль судите не строго. А уж мы вас уважим, чтобы ваше обрести расположение. Коли шуметь не будете вы много, мы сейчас вам покажем бывшее тут недавно приключение. Смотрите ж представление и разбирайте сами. Флоренция пред вами. Направо вход. И живет там, заметим, доктор, муж из ученых, воспитанный в Боэциевой школе. А улица, что за углом за этим, есть улица влюбленных. Кто в ней упал, не подымется боли. Узнаешь по неволе, по одеянию брата, приора или аббата. Он здесь, на супротив, живет при храме. Коль слишком рано не простится с нами. Тут юноша Калимака Гваданьи, ранее живший в Париже, дом занимает полевей от храма. Им молодая дама была любима страстно, но, как вам будет ясно, он ее обманул. Хочу, чтоб тоже вы обмануты были с нею схожи. Называется пьеса «Мандрагоры», в ней все само понятно. Несчастливый любовник, доктор умом убогой, монах жизни не строгой и паразит меж лукавых лукавый, сегодня будут ваши забавы. Мы к делу возвратимся, чтоб спектакль не задержать немало. Калимака сначала выходит. Внимание! Эй, Сиро! Я окончил свое истолкование. Не уходи, Сиро! Ты мне нужен! Да, я здесь. Ты, наверное, удивлялся моему внезапному отъезду из Парижа, а теперь удивляешься, что я живу здесь уже месяц без всякого дела. Да, вы правы. Если я до сих пор не говорил тебе того, что скажу сейчас, то не от недоверия к тебе, а полагаю, что о вещах, которые человек хочет скрыть, лучше говорить не иначе, как поневоле. Однако, думая, что мне понадобятся твои услуги, я хочу сказать тебе все. Я ваш слуга. Слуги никогда ничего не должны спрашивать у своих господ, не выслеживать их поступков, но когда сами господа о них сообщают, да.
Слуги должны служить им верой и правдой. Так я и делал, и буду делать. Я это знаю. Ты, наверное, слышал от меня 1000 раз, однако не беда, если ты об этом узнаешь 1001 раз, что мне было 10 лет, когда после смерти отца и матери я был отправлен своими опекунами в Париж, где прожил 20 лет. Да. А так как по прошествии 10 из-за похода короля Карла начались в Италии войны, которые разорили эту страну, я решил остаться в Париже и никогда больше не возвращаться на родину, рассудив, что там я смогу жить в большей безопасности, чем здесь. Так оно и есть. Распорядившись оттуда, чтобы было продано все мое имущество, кроме дома, я и остался в Париже. Знаю. Я жил в высшей степени спокойно, угождая каждому и стараясь никого не обижать, так что, казалось мне, я был мил горожанам, дворянам, чужестранцу и местному жителю, бедным, богатым. Правда. Однако судьба, которая показалась, что мне слишком уж хорошо живется, сделала так, что в Париже появился некий Камилло Кальфуччи. А, я начинаю догадываться о вашей болячке. Да, 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 он, как и другие флорентийцы, часто бывал у меня в гостях, и однажды мы поспорили, где женщины красивее, в Италии или во Франции. Я не мог судить об итальянках, потому что был очень мал, когда уехал. А один флорентиец, который там присутствовал, стал на французскую сторону. Камилла же на итальянскую. И после многих доводов и с той, и с другой стороны, Камилла, вроде бы как рассердившись, заявил, что если бы все итальянские женщины оказались уродами, одна его родственница сумела бы восстановить их честь. Так, теперь вот мне так ясно, что вы хотите сказать. И назвал Мадонну Лукрецию, жену мессера Ницце Кальфуччи. И расточал ей такие похвалы и за красоту, и за нравы, что мы все одурили. А во мне пробудилось такое желание ее увидеть, что, оставив всякое иное попечение и не думая больше о войне и мире в Италии, я собрался сюда. И, приехав, убедился, что слава Мадонны Лукреции значительно уступает действительности. Это редко бывает. Я зажегся таким желанием быть с ней, что не нахожу себе места. Если бы вы сказали мне об этом в Париже, я бы знал, что вам посоветовать. Но сейчас я не знаю, что и сказать вам. Увы, скажу тебе, против меня прежде всего ее природа, честнейшая и совсем чуждая любовным делам. Ну, потом, что у нее очень богатый муж, покорный ей во всем. То, что у нее нет родственников или соседей, с которыми она бы встречалась на каких-либо вечеринках, праздниках или иных увеселениях, коими обычно наслаждается молодежь. Работников у нее в доме нет никого. Нет служанки или слуги, которые не трепетали бы перед ней. Так что о подкупе не может быть и речи. Нет, так нет. Что же вы думаете делать? А? Никогда не бывает такого безнадежного дела, на которое нельзя было бы как-нибудь надеяться. Хотя бы надежда была слабой и пустой. Ну что же, наконец, питает ваша надежда? А? 2 обстоятельства. Так. 1. Простоватость мессера Ницце. Он, хотя и доктор, но самый недалекий и глупый человек в Флоренции. 2. Его и ее желание иметь детей, так как она уже 6 лет замужем, а они до сих пор никого не произвели на свет. Им, как очень богатым людям, очень хочется этого, ну, до смерти. Есть и 3. обстоятельство. Ее мать, ее зовут Сострата, была в свое время женщина... Хоть куда. Ну, и она богата, так что я и не знаю. Я не знаю, как вести себя с ней. А пытались вы что-нибудь предпринять для этого? Пытался, но это пустяки. А именно? Ты знаешь Лигурию, который постоянно ходит ко мне обедать? Ну, он прежде был посредником по брачным делам, а потом стал жить тем, что напрашивается на обеды и ужины. И так как он человек приятный, мессер Ницце поддерживает с ним близкие отношения. Я приобрел дружбу этого Лигурию и сообщил ему о своей любви. Он обещал помогать мне руками и ногами. Смотрите, как бы он вас не обманул, эти обжоры не отличаются честностью. Да. Ну, я обещал в случае удачи подарить ему хорошую сумму денег, а в случае неудачи он сорвет у меня обед и ужин, который я все равно не стал бы есть в одиночку. А что же он уже обещал сделать? Он обещал уговорить мессера Ницце, чтобы тот вместе с женой отправился в мае
на морские купания. А вам-то что в этом? Как что? Такая обстановка могла бы изменить ее нрав? Ведь в подобного рода местах только и делают, что веселятся. И я бы туда поехал, постарался бы устроить там столько разнообразных удовольствий, сколько смогу. Не останавливаюсь ни перед какими роскошествами. Сделался бы своим человеком у нее, у ее мужа. Неплохо, неплохо. Лигурия ушел от меня нынче утром и сказал, что он повидается с мессером Ницче по этому делу и сообщит мне ответ. Что? Вон они оба идут сюда. Тише! Я отойду в сторону, чтобы поговорить с Лигурио, как только он расстанется с доктором. А ты пока что иди домой по своим делам. А если ты мне понадобишься, я тебе скажу. Иду. Кажется мне, Лигурио, что твои советы хороши. Я вчера говорил об этом с женой. Она сказала, что ответит нынче. Однако, скажу тебе правду, меня туда что-то не тянет. Но почему, мессер Ницче? Потому что я тяжел на подъем. Да и перевозить жену, прислугу и скарб не по мне. К тому же я посоветовался вчера вечером кое с кем из врачей. Один говорит, чтобы я ехал в Сан-Филиппо, другой в Прету, третий в Именье. Они показались мне отменными плутами. И скажу тебе правду, эти доктора медицины сами не знают, что делают. Да. Вам должно быть очень тягостно. Вы ведь не привыкли терять из виду купол нашего собора. Ты ошибаешься. Когда я был помоложе, я был большим непоседой. Не было ни одной ярмарки в Прато, на которую я бы не съездил. Нет такого местечка в окрестностях, где бы я не побывал. Больше тебе скажу. Я бывал в Пизе и в Ливорно. Да? Вы верно видели каракулу в Пизе? Ты хочешь сказать веруку? Да-да, Веруккулу. А в Ливорно вы море видели? Ну, сам знаешь, что видел. А насколько оно больше, чем Арно? Чем Арно? Ну, раза в 4. Да нет, в 4. Больше, чем в 6, да в 7 раз. Нет, я тебе прямо скажу, только видно вода. Значит, вы видели Веруккулу в Пизе и море в Ливорно... Больше, чем Арно. Больше, чем Арно. Ага. Вот я и удивляюсь, что после того, как вы мочились в стольких снегах, вам так трудно собраться на морские купания. Не, у тебя еще молоко на губах не обсохло. Тебе и кажется пустяком, когда приходится ставить вверх дном целый дом. Однако мне так хочется иметь детей, я готов на все. Но прошу тебя... Да? Поговори-ка ты с этими магистрами. Ну, конечно, конечно. Послушай, куда они посоветуют мне ехать, а я тем временем побуду с женой. Мы еще увидимся. Мы еще увидимся. Мы еще увидимся, мессер. Я думаю, что на свете нет человека глупее, чем он. Ах, как его обласкало. Он богат, у него красивая жена, разумная, благонравная и способная управлять целым королевством. Мне кажется, что в браках редко оправдывается пословица «Бог создает людей, и они находят себе пару». Ибо часто видишь, как человек с положением выбирает себе дуру. И наоборот, рассудительная женщина получает полоумного. Однако из сумасшествия этого человека можно извлечь то благо, что Калимака есть на что надеяться. Вот и он. Калимака! Кого ты высматриваешь, а? Я увидал тебя с доктором и ждал, когда ты от него отойдешь, чтобы узнать, что ты сделал. Ты знаешь, какой это человек? В нем вот столько рассудка, еще меньше смелости,
и он неохотно расстается с Флоренцией. Однако я его раззадорил, да. И он в конце концов сказал мне, что сделает все. Да, да. Я думаю, что если он у нас польстится на этот план, мы уж доведем дело до конца. Вот я только не знаю, добьемся ли мы этим способом того, что нам нужно. Почему? Ну, тебе известно, что на эти купания едут люди всякого состояния. Да. Ну, и может появиться там человек, которому Мадонна Лукреция понравится так же, как и тебе. Но который окажется богаче тебя и будет, прости меня, обаятельнее тебя. Так что грозит некоторая опасность, как бы ты ни потрудился для другого. Ну, пожалуй, ты прав. Ну, что же мне делать? Я должен испробовать что-нибудь. Все равно трудное, опасное, пагубное, позорное. Лучше умереть, чем жить так. Ну, подожди! Не говори так! Обуздай порыв своей души! Я желаю исполнения твоего желания почти столько же, сколько и ты. Доктор поручил мне найти врача и узнать, на какие купания ему лучше ехать. Ну? Я хочу, чтобы ты поступил по-моему. Как? А именно, чтобы ты сказал, что изучил медицину и приобрел в Париже достаточный опыт. А... Он таков, что легко поверит этому по своей глупости. И потому, что ты человек книжный и можешь сказать ему что-нибудь по-латыни. Ну, конечно. Но для чего это нам нужно? Ну, это нам нужно для того, чтобы послать его на те купания, на какие мы захотим. И для того, чтобы принять некий другой план, который я придумал, и который будет более краток, более верен и более выполним, чем купание. Что ты говоришь? Говорю, ну, что если ты будешь смел, если ты доверишься мне, я тебе покончу это дело, прежде чем завтра наступит этот же час. Ну, перестань. Ну, не надо. Ну, ты воскрешаешь меня. Ну, не надо, перестань. Ты же... Ну, а как ты поступишь? А вот это ты узнаешь в свое время. Итак, иди домой и жди меня там. Я же пойду за доктором. И если я приведу его к тебе, следи за моими словами и приноравливайся к ним. Я так и сделаю. Хотя боюсь, что надежда, которой ты меня наполняешь, рассеется, как дым. Не рассеется она! Не рассеется она, как дым! Не рассеется, верь мне! Кто амор не признает власти твоей, те надеются тщетно, чтоб стало им приметно лучшее, чем нас небо награждает. Не знают, как живет и умирает чета любви, как тянемся к обманам. Другого любим боли, себя в страхе и боли. Любовь кружит и леденит сердца нам. Как люди все и боги в мере равной твоей стрелы боятся своенравной. Я вам говорил и повторяю, сам Бог послал нам магистра Калимака, чтобы исполнить ваше желание. Он приобрел в Париже величайший опыт. И не удивляйтесь, что он не занимался своим искусством во Флоренции. Ибо тому было причиной, во-первых, что он богат. Во-вторых, что он с часу на час собирается вернуться назад в Париж. Да, брат, в этом-то все и дело. Я бы не хотел, чтобы он меня закрутил, а потом оставил на бабах. О-о-о, этого не бойтесь. Остерегайтесь только того, что он не согласится взяться за это лечение. Но раз он возьмется, он не такой человек, чтобы бросить вас, прежде чем довести дело до конца. Вот в этом-то я и хочу положиться на тебя. Но что касается учености, я тебе скажу наверняка, как только поговорю с ним, действительно ли он муж науки. Меня-то он не проведет. Только именно поэтому, что я вас знаю,
Я вас и веду к нему, чтобы вы с ним поговорили. А если после разговора с ним он по своей осанке, по своей учености, по своему, наконец, языку вам не покажется человеком, которому можно довериться с головой, можете говорить, что я не я. Ага. А где он живет? На этой площади. А вот, вот это его дверь. Вот, прямо против вас. Ах, вот это. Да, да, да. Ну, так в добрый час. Кто там? Калимака дома? Да, дома. Почему ты не говоришь магистр Калимак? А это не обращает никакого внимания. Не говори так, воздавай должное. А если это ему не по душе, делай его. Кто хочет меня видеть? Вот. Бонадиес, домина магистр. Этвобис бона, домина доктор. Ну как? Хорошо, клянусь Евангелием. Если вы хотите, чтобы я оставался здесь с вами, говорите так, чтобы я вас понимал. А то ведь пеший конному не товарищ. Чем могу служить? Да как сказать вам? Ищу вот две вещи, которых другой, пожалуй, стал бы избегать. Хлопот для себя и для других. Дело в том, что у меня нет детей, а я хотел бы их иметь. И чтобы доставить себе эти хлопоты, я и пришел вам надоедать. Мне никогда не будет в тягость угождать вам и всем доблестным и достойным людям, вам подобным. И я ни для чего иного столько лет трудился над наукой в Париже, как для того, чтобы быть в состоянии служить таким людям, как вы. Премного благодарствуйте. Если бы и вам понадобилось мое искусство, я бы охотно вам услужил. Однако вернемся ad rem nostrum, к нашим делам, как говорится. Охотно. Думали ли вы о том, какие купания более подходящие для того, чтобы расположить мою жену к зачатию? Я ведь знаю, что Лигурио сказал вам то, что вам было сказано. Да, да, так оно и есть. Но чтобы исполнить ваше желание, необходимо знать причины бесплодия вашей супруги. Естественно. Ибо причин на то может быть много. Нам каузе стерилитатис сунт, аут ин семине, аут ин матрице, аут инструментис семинарис, аут ин вирга, аут ин кауза экстринсека. Да? Ёлки-палки. Я сейчас уйду. Говори понятно. Это самый достойный человек, какого только можно сыскать. Далее. Бесплодие это может иметь причиной, простите, ваше бессилие. О, бессилие? Да, будь это так, никакие средства не помогли бы ни... Бессилен я? Вы хотите меня насмешить? Не думаю, чтобы во всей Флоренции был бы человек более крепкий, чем я. Если это не так, будьте уверены, что мы для вас отыщем какое-нибудь средство непременно. Благодарствуйте, магистр. А не найдется ли другого средства, кроме купания? Я бы не хотел всей этой возни, да и жена неохотно уехала бы из Флоренции. Ну, найдется, ручаюсь вам. Калимака уж слишком осмотрителен. Разве вы мне не говорили, что вы умеете прописывать некий напиток, от которого неминуемо беременеют? Да, говорил. Ну так что же? Но я веду себя сдержанно с людьми, которых я не знаю, потому что я не хотел бы, чтобы они считали меня шарлатаном. Не сомневайтесь во мне, ибо вы поразили меня настолько, что нет такой вещи, в которую бы я не поверил или которую не сделал бы, получив ее из ваших рук. Магистр, я полагаю, вам необходимо увидеть мочу. Мочу? Конечно. Ну, нельзя же без этого. Ну, что вы? Да. Позовите Сиру.
чтобы он вместе с доктором отправился за ней в его дом. Сиро! Да-да, Сиро! Да, иди с доктором, а мы с Лигурио подождем вас у меня дома и обсудим дальнейшие планы, да, правда? Да, обсудим дальнейшие планы. Послушай, хозяин твой великий человек. Больше, чем вы думаете. Французский король с ним, наверное, считается? О, и как еще? Поэтому-то он, верно, охотно и живет во Франции. Ну да. И очень хорошо делает. В нашей стране одни скряги. Здесь не ценят никаких талантов. Живи он здесь, никто бы на него не глядел. Подожди меня здесь, Сиро. Я сейчас вернусь. А, идите, идите. Если бы все законники были такие же, как этот, мы бы показали, где раки зимуют. Я не я, если этот мошенник Лигурио и этот сумасшедший мой господин не сыграют с ним какой-нибудь штучки и не осрамят его. Я во всем поступал по-твоему, но теперь я хочу, чтобы ты поступила по-моему. Ну вот и доктор с посудиной в руках. Ну кого не рассмешит это чучело? Если бы я предполагал, что у меня не будет детей, я бы скорее взял себе в жены крестьянку. Сколько мне стоило усилий добиться, чтобы эта дурочка, моя жена, дала мне мочу? Ведь нельзя же сказать, чтобы ей не хотелось иметь детей, чтобы она не думала об этом больше моего. Но о каком бы пустяке я ее не попросил, сразу целая история. Живо беги, скажи магистру Лигурию, что я здесь. Да вот они и сами выходят. Доктора легко будет уговорить. Вся трудность в жене. Да. Но и на это найдется средство. Моча у вас? Да, она у Сиро. Она у вас, она под полой у него. Сиро. Дайте ее сюда. Пожалуйста. Ага. Что такое? Эта моча показывает слабость почек. Да, она, да, мне кажется, мутноватой. Но ведь она ее выпустила совсем недавно. Ну, не удивляйтесь этому. Нам мулерис урине сунт семпер майорис гроситей... Et albidinis, et minoris, pulchritudinis, cam virorum. Huius autem, in cetera causa est amplitude canalium, mixo eurum, che ex matrice exeuntum urina. Да? Ох ты, елки-палки. Этот человек растет на моих глазах. Смотри, как он здорово рассуждает об этих вещах. Да, и вы знаете, я боюсь, что она ночью плохо укрывается. И вот потому моча у нее получается грубая. Что? Однако на ней хорошее одеяло. Да. И она... Да! И она по 4 часа простаивает на коленях, нанизывая «Отче наш» на четках, прежде чем лечь в постель. И холод ей нипочем. Так, ну, в конце концов, доктор, либо вы мне доверяете, либо нет. Либо я вас научу верному средству, либо нет. Научи. Что до меня, лекарство я вам дам. Да. Если вы мне будете доверять, вы его возьмете. И если через год в этот самый день ваша жена не будет нянчить ребенка на руках, я
Я обязуюсь выплатить вам 2000 дукатов. Говорите, говорите, так. Говорите только, ибо я готов отдать для вас все и верить вам больше, чем своему исповеднику. Так знаете же, нет более верного средства, чтобы женщина забеременела, как дать ей выпить настойку мандрагоры. Мандрагоры? Настойку мандрагоры. Это дело испытано мною не раз и всегда с успехом. И не будь этого, королева Франции осталась бы бесплодной, и бесчисленные другие принцессы этого государства. Ой, елки-палки, неужели это возможно? Да, это так, как я вам говорю. И судьба к вам так благосклонна. Я ведь привез сюда с собой все те снадобья, которые входят в этот напиток. Привезли? Да, и вы можете получить его когда угодно. А когда же она должна принять его? Сегодня вечером, пожалуй, после ужина. Да. Ибо луна, вот видите, она находится в хорошем положении. Интересно. Луна, это не очень трудное дело. Во всяком случае, пропишите его, а я ее заставлю принять. Да, но только вам нужно знать, что первый мужчина, с которым она будет иметь дело после того, как примет этот напиток, он умрет в течение 8 дней. Да, и ничто на свете не сможет его спасти. Ну, черт возьми, я не хочу этого пойла, это меня не проведешь. О, как здорово вы меня обделали. И вы не беспокойтесь, и на это есть средство. Какое? Тотчас же положить к ней другого. А как другого? Который, проведя с ней ночь, впитал бы в себя всю отраву мандрагоры. А потом вы будете спать с ней безопасно. Нет уж, я не хочу этого. Но почему? Ну, да потому что я не хочу делать из своей жены девку, а из себя рогача. Да что же вы говорите, доктор? Неужели окажется, что вы не так умны, как я думал? Неужели вы задумаетесь сделать то, что сделал король Франции? И столько вельмож, сколько их там есть. Ой, кого же я найду, кто бы решился на это безумие? Если я ему это скажу, он же не захочет. А если не скажу, стану предателем, а ведь это дело уголовное. Я не хочу ради вас попасть в беду. Ну, если вас беспокоит только это, предоставьте позаботиться мне. Ну, хорошо, а как же это устроить? Я вам скажу. Я вам передам напиток сегодня вечером. После ужина вы ей дадите испить его и тотчас положите ее в постель. 10:00. В 10:00. Да. Затем мы все переоденемся. Вы, Лигурио, Сиро и я. И пойдем искать по новому рынку, по старому рынку. И первому праздношатающемуся молодчику, который нам попадется, мы заткнем рот. И под звуки палочных ударов отведем его в дом. В дом? В вашу спальню. В спальню? По тьмах. Там уложим его в постель. Скажем ему, что нужно делать. И никаких затруднений не будет, уверяю вас. А утром вы выгоните его до рассвета, прикажете омыть вашу жену и будете жить с ней в собственное удовольствие и без всякой опасности. Без всякой абсолютно. Опасность. Я согласен. Да, ну. Я согласен, раз вы говорите, что король и принцы и вельможи даже прибегали к этому способу. Прибегали. Но главное, чтобы об этом никто не знал, а то ведь дойдет до уголовного суда. Но кто же разболтает-то? И еще одно затруднение остается, очень важное. Ну, какое еще? Тут добиться, чтобы жена согласилась. А на это, я думаю, нет никакой надежды. Да, вы правы. Но я не хотел бы быть мужем, если бы я не уговорил ее сделать то, что я хочу. Что? Я придумал средство! Какой? Именно? Через духовника. Ну, кто уговорит духовника? Ты, я, деньги,
Наша подлость, их подлость. Сомневаюсь, чтобы она, даже если я ей прикажу, согласилась пойти говорить об этом с духовником. И на это есть средство. Какое? Сделать так, чтобы ее свела к нему мать. А она ей доверяет? Конечно, конечно, я это знаю. Я знаю, что мать разделяет наше мнение. Однако не будем терять времени, уже вечереет. Ты, Калимка, пойди прогуляйся и сделай так, чтобы мы в 8 часов застали тебя дома с готовым напитком. Хорошо. Доктор и я? Мы отправимся к матери, чтобы ее уговорить. Да. Я ведь с ней знаком. Потом пойдем к монаху и сообщим вам то, что мы сделали. Как хорошо, что вы придумали. До скорой встречи. Благодарствуйте, как хорошо, что вы это придумали. Лигурио, Лигурио. Что, что, что? Не оставляйте меня одного. Ты, по-моему, пьян. Куда, куда мне прикажешь теперь идти? Куда? Да. Туда, сюда, по этой улице, по той. Флоренция велика. Видели все по этому примеру. Блажен дурак, всему дает он веру. Честь ему безразлична, и страха он не знает, от которых обычно неприятность бывает. Этот доктор мечтает так сильно о ребятах, что поверит во слов крылатых. Он все хорошее забыл на свете. Осталась лишь мечта, что будут дети. Что все женщины нет дела. Она была самым кротким существом на свете. Покладь к обедину сервитов, то она забеременеет. Она обед дала и ходила туда раз 20. Так? Так знаете ли, один из этих жирных монахов начал ее обхаживать. Хы, черт! Так что она больше не пожелала туда возвращаться? Ну, конечно. И с того самого времени у нее ушки на макушке. Хотя она ничего не говорит, но чинит молча тысячу затруднений. Да-да-да, а теперь я больше не удивляюсь. Кстати, если у вас есть при себе, дайте мне 25 дукатов, так как в подобных случаях надо раскошеливаться. Поскорее заручиться дружбой монаха и подать ему надежду на большее. Конечно, бери, бери, мне не жалко, я выгодую на другом. Эти монахи хитрые и пронырливые, и это понятно, раз они знают и наши грехи, и свои собственные. И кто не имел с ними дела, может попасть впросак. Ах, я не хотел, чтобы вы в разговоре испортили все дело. Ведь ваш брат, весь день сидящий в кабинете, понимает толк в своих книгах, но в житейских делах ничего, простите, не смыслит. Да, 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 хорошо. Скажи мне, что ты хочешь, чтобы я сделал? Чтобы вы предоставили говорить мне. И не говорили бы, пока я не подам вам знак. Ну хорошо, я согласен. А какой ты подашь мне знак? Сейчас. Так, я закрою один глаз и прикушу вот так губу. Один глаз и губу. Нет, 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 мы сделаем иначе. Я скажу монаху, что вы оглохли. А вы не будете отвечать и не скажете ничего, пока мы не заговорим громко. Так, 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 будет сделано. Не волнуйтесь, если я скажу что-нибудь, что вам покажется несоответствующим нашим намерениям. Ибо все повернется, в конце концов, в нашу пользу. В нашу пользу. В добрый час. Что поделываете, добрые люди? О, не как это мистер Нич. Но говорите громче, потому что он настолько оглох, что больше ничего не слышит. Добро пожаловать, мистер. Громче. Еще громче? Да. Добро пожаловать. И встречаться в добрый час, отец.
Что поделываете? Да помаленьку. Подождите, да. Обращайтесь ко мне, отец. Потому что если вы хотите, чтобы он вас понял, вам придется поднять на ноги всю площадь. Ну да, да. Что, а... Мне. Что вы от меня хотите? Вот этот мессер Ницше и другой почтенный человек, о котором вы еще услышите, собираются раздать на бедных несколько сот дукатов. Черт тебя дери! Да молчите, чтоб вас! Не удивляйся, отец, тому, что он говорит, ведь он не слышит. А ему иногда кажется, что он слышит, и тогда он говорит не в попад. Ну да, ну вот продолжай, и пускай он говорит, что хочет. Часть этих денег я имею при себе. И они распорядились, чтобы распределяли их вы. Так с превеликой охотой. Нет, но однако, прежде чем раздать их бедным, необходимо, чтобы вы оказали нам помощь. В одном странном случае, приключившемся с мессером, и только вы один можете помочь. Дело идет о чести всего его дома. Ага. В чем дело? Не знаю, были ли вы знакомы с Камилло Кальфуччи, ну, племянником этого мессера. Ну, конечно, я его знаю. Ну вот, он уехал год назад во Францию по своим делам. И, не имея жены, она умерла. Оставил свою взрослую дочь на попечение в одном монастыре. Название которого я вам пока не скажу. Ну, а что из этого вышло? Вышло то, что либо по оплошности монахинь, либо по ветренности девицы, она оказалась беременной. Да, да, на пятом месяце. О-о-о. Так что, если не принять благоразумных мер, доктор, монахини, девица, Камилло, дом Кальфуччи обесчещены. А доктор так близко принимает к сердцу этот позор, что дал обет, если только это не разгласится, пожертвовать 300 дукатов Христа ради. Что за чушь? Тише, тише! И пожертвует он их вашими руками. Ага. И вы один, нет, вы и настоятельница можете нам помочь. Ну да, а как? Надо убедить настоятельницу дать девице напиток, чтобы она выкинула. Ага, ну об этом стоит подумать. Конечно, конечно. Посмотрите, сколько проистекает из этого добра. Если это сделать, вы сохраняете честь монастыря. Девицы, родителей, вы возвращаете отцу дочь. Да. Вы ублажаете этого мессера и столько же его родственников. Вы раздаете столько милостыни, сколько вы можете раздать на эти 300 дукатов. Ну, во имя Божие, будь по-вашему. Ради Господа и милосердия пусть будет все сделано. Назовите мне монастырь, дайте мне напиток, а если можно, и деньги, чтобы я мог начать какое-нибудь доброе дело. Вот теперь вы мне кажетесь тем монахом, за которого я вас почитал. Возьмите эту часть денег. Монастырь зовется... Ай! Погодите. Вон, видите, там в церкви женщина, которая, вон, делает мне знаки. Ага. Я сейчас вернусь. Не покидайте мессера Ницше. Я должен ей сказать два слова. Эта девица на каком месяце? У меня ум за разум заходит. Я говорю, на каком месяце эта девица? Чтоб ему пусто было. Почему? Потому. О, похоже, что я попал в переделку. Связался я с сумасшедшим, но с глухим. Один удирает, другой не слышит. Если это не медные деньги, я распоряжусь ими лучше, чем они. Отец! О, вот и Лигурьева возвращается. Отец! Отец! У меня большая новость. Какая? Женщина, с которой я говорил, сообщила мне, что та девушка выкинула сама. Прекрасно. Эта милостыня пойдет мне впрок. Что вы говорите? А, я говорю, что вы тем более должны будете сделать пожертвование. Да это пожертвование будет сделано, когда вы захотите. Но необходимо, чтобы вы оказали другую услугу вот этому доктору. А какую? Услугу менее трудную, менее скользкую,
Более приятную нам, более полезную вам. А какова же эта услуга? Я уже договорился с вами, и, сдается мне, так тесно сдружился, что нет вещи, которые бы я для вас не сделал. Я вам это скажу в церкви с глазу на глаз. А вам, доктор, придется подождать нас здесь. Мы скоро вернемся. Идем. День это или ночь? Наяву я или во сне? Или, может быть, я пьян? Но я же сегодня еще не пил ни глотка, так я побежал за этой чепухой. Договариваемся сказать монаху одно, а он говорит другое, а потом требует, чтобы я прикидывался глухим. Я должен бы законопатить себе уши, чтобы только не слышать глупости, которые он говорил, Бог его знает с какой целью. У меня взяли 25 дукатов, а о деле моем речи не заходило. А теперь поставили меня здесь, как дурака. О, вот они, возвращаются. Ох, беда им будет, если они не переговорили о моем деле. Пришлите ко мне женщину. Я знаю, что мне делать. Если слово мое что-нибудь дозначит, мы сведем, кого нужно, сегодня же вечером. Месьер Ниче, фрат Тимотео готов на все. Надо позаботиться, чтобы женщины пришли. Ах, ты обновляешь меня всего с ног до головы. Мальчик будет. Мальчик. Ой, я плачу от умиления. Ну, идите в церковь, я подожду женщин здесь. Стойте в сторонке, чтобы они вас не видели. Хорошо. А когда они уйдут, я сообщу вам, что они сказали. Пойдемте. Идите. Не знаю, кто кого надул. Этот мошенник Лигурио подъехал ко мне с первой небылицей, чтобы меня испытать. Если бы я не согласился, он не сказал бы мне больше ничего, чтобы зря не раскрывать их замыслы. Мессер Ниче и Калимака богаты. Из каждого можно сорвать достаточно под разными предлогами. Это дело должно оставаться в тайне. Будь что будет, я не раскаиваюсь. Правда, я боюсь, как бы не было затруднения, потому что Мадонна Лукреция благоразумна и добра, но я поймаю ее на доброте. Ведь у всех женщин мало мозга. О, вот и она с матерью. О, красущая дрянь. И будет мне великой помощью, чтобы уговорить ее. Я знаю, ты уверена, дочь моя, что я ценю твою честь больше, чем кто-либо на свете, и что я не посоветовала бы тебе ничего нехорошего. Я говорила тебе и повторяю, если фра Тимотео скажет, что это не обременит твоей совести, делай это, не думай ни о чем. Я всегда боялась, как бы желание мессера Ниче иметь детей не заставило нас сделать какую-нибудь ошибку. И потому всякий раз, как он мне о чем-нибудь говорил, это вызывало во мне сомнения и колебания. Но из всего, что было испробовано, это мне кажется самым странным. Подвергать мое тело такому осквернению и быть причиной, что мужчина умрет за то, что меня осквернит. Ведь даже если б я осталась одна на целом свете, и от меня зависело возрождение рода человеческого, я не думаю, чтобы мне было позволено решиться на такое дело. Но я не сумею на все это тебе ответить. Ты поговоришь с фра Тимотео и увидишь, что он тебе скажет. И сделаешь то, что тебе посоветует он. Мы всякий, кто хочет тебе добра. Ой, я вся в огне от этой муки. Добро пожаловать.
Я знаю, что вы хотите узнать от меня, ибо мессер Ницце уже со мной говорил. Поистине, я больше 2 часов провел над книгами, дабы изучить этот случай. И после долгих изысканий я нашел многое, что и в частности, и в общем говорит в нашу пользу. Вы говорите всерьез или шутите? Ах, Мадонна, Лукреция, разве этим можно шутить? Неужто вы меня узнали только сегодня? Нет, отец, но это мне кажется самым странным, что когда-либо было слыхано. Верю вам, Мадонна, но я не хочу, чтобы вы это повторяли. Много существует вещей, которые издали кажутся ужасными, невыносимыми, странными, а когда подойдешь к ним поближе, они оказываются человечными, сносными, привычными. Потому и говорится, что у страха глаза велики. Вот таково и наше дело. Дай-то Бог. Я хочу вернуться к тому, что я говорил вначале. Что касается вашей совести, вы должны принять общее положение, что там, где есть верное благо и неверное зло, никогда не следует отказываться от блага из боязни зла. Здесь есть верное благо, а именно, вы забеременеете, приобретете лишнюю душу Господу Богу. Неверное зло, ну, это то, что человек, который после напитка проведет с вами ночь, умрет. Но ведь бывают и такие, которые от этого не умирают. Однако, поскольку дело это сомнительное, все же лучше, чтобы мессер Ницце не подвергался этой опасности. Но что же касается самого действия, будто оно греховно, это басня. Басня, ибо грешит воля, а не плоть. Грех не угодить мужу. Вы ему угождаете. Грех – неудовольствие. К тому же цель. Цель – вот что надо иметь в виду при всех обстоятельствах. Ваша цель – заполнить седалище в раю и ублаготворить вашего супруга. В Библии сказано, что дочери Лота, думая, что они остались одни на свете, совокупились с отцом, а так как намерение у них было благое, они не согрешили. В чем же вы меня убеждаете? Ну, дай себя убедить, дочь моя. Как ты не понимаешь, что у женщины, у которой нет детей, нет и дома. Умирает муж, она остается... как животное всеми покинутое. Да, и клянусь своим саном, Мадонна, что повиноваться в данном случае вашему мужу не более предосудительно, чем съесть мясо в среду. А это грех, который смывается святой водою. К чему же вы меня склоняете, отец? Склоняю вас к тому, за что вы всегда будете иметь причину молить за меня Бога. И будущий год... удовлетворит вас больше, чем этот. Она сделает все, что захотите. Я уложу ее в постель сама. Ну что ты боишься, дурочка? С полсотни женщин в этом городе благодарили бы за это небо с воздетыми руками. Я согласна. Но думаю, что никогда не доживу до завтрашнего утра. О, не сомневайся, дочь моя. Я буду молить Господа за тебя. Ступайте в добрый час и приготовьтесь к этому таинству, ибо уже вечереет. Оставайтесь с миром, отец. Помоги мне, Господи, и Пречистая Дева, сохрани меня от зла. Эй, Лигурио! Лигурио, выходите! Мы здесь! Выходите здесь. Сюда! Как дела? Прекрасно! Прекрасно! Они пошли домой, готовы исполнить все. И не будет никаких затруднений, потому что мать пойдет с ней и хочет уложить ее в постель сама. Неужели? Неужели это правда? Правда! О,
однако вы излечились от глухоты. Ну, мы удаляемся от дела. Моя жена не будет противиться тому, что я желаю. Да нет же, говорю вам. Ой, я самый довольный человек на свете. Верю. Скоро вы будете нянчить сынишку. А кому этого не дано, тем хуже для него. Отец, возвращайтесь к вашим молитвам. Если еще что понадобится, мы к вам зайдем. Вы, миссеры, идите к ней, чтобы поддержать ее в решении. А я отправлюсь к магистру Калимака, чтобы он послал вам напиток. Хорошо бы нам увидеться в 6 часов, чтобы договориться о том, что нам делать в 10. Ты прав. Прощайте. Будьте здоровы. Конец благодати, как сладко нам любовное коварство. Сам горький вкус приятен, исчезают все прочие мытарства. О, дивное лекарство! Кажешь правый ты путь заблудшим парам. Ты могучей силой делаешь и любовь сугубо милой. Святое противостоишь недаром, каменьям, ядом, чаром. Хотел бы я все-таки узнать, что они сделали. Неужели я не увижу Лигурию? И вправду, судьба и природа всегда уравновешивают счет. Они никогда не сделают тебе добра без того, чтобы тут же не возникло зло. Насколько возросла моя надежда, настолько возрос и страх. Ой, я несчастный, ну неужели я смогу жить в таких страданиях, мучимый страхами и надеждами? Глупость мессера Нича питает мою надежду. Благоразумие и суровость Лукреции повергают меня в страх. Горе мне, я нигде не нахожу покоя. Нет, я сошел с ума. Если я добьюсь ее, что тогда? Разве я не знаю, как мало находит человек блага в том, к чему он стремится, по сравнению с тем, что он предполагает найти? Ну, а с другой стороны, худшее, что может со мной случиться, я умру и попаду в ад. Но со всех сторон меня обуревает такое желание хоть раз обладать ей. Я чувствую, что вот я весь с головы до ног становлюсь сам не свой. Ноги трясутся. Вот, все нутро переворачивается. Сердце рвется из груди. Руки свисают, как плети. Язык онемел, глаза мутятся, голова кружится. Если бы я только нашел Лигурию, мне было бы с кем отвести душу. О, боги. Да вот и он спешит сюда. Его весть либо даст мне еще прожить немного, либо убьет меня совсем. Эй, Лигурио! Лигурио! Какие новости? Какие новости? Хорошие. Правда? Да нет. Что? Прекрасные. Я убью тебя. Лукреция, согласна? Да. Монах свое дело сделал? Да сделал. О, благословенный фрате, я всегда буду молить Господа за него. Нет, монах потребует не молитв, а совсем другого. Что же он потребует? Денег. Дадим ему. А мать Лукреции что сделала? Почти все. Да? Как только она узнала, что дочка ее должна провести приятную ночь и без греха, она, не переставая, просила, нет, приказывала, ободряла Лукрецию, пока не отвела ее к монаху, а затем уже сделала так,
что та согласилась. О, боже, за какие заслуги даруется мне столько счастья? Я готов умереть от радости. О, господи! Ну что за народ? То от радости, то от горя. Так или иначе он хочет умереть. Хочу. Подожди. Напиток ты приготовил? Приготовил. Ну что ты ей пошлешь? Стаканы покраса, которые отлично помогают желудку и веселит голову. Что? Что с тобой? Горе мне. Я пропал. Что такое? В чем дело? Здесь уж ничто не поможет. Да что за черт? Да все погибло. Я попал в тупик. Почему? Тупик. Ну, раз ты не знаешь, что я сказал мессеру Ничи, что ты, он, Сиро и я схватим человека, чтобы положить его рядом с Лукрецией. Ничего не понимаю. Ну, как? Что из этого? Как что из этого? Если я буду с вами, я не смогу быть тем, кого схватят. Если я не буду с вами, они догадаются об обмане. Ай, черт! Ты прав. Но разве нет средства помочь этому? Не вижу, ничего не вижу. Глупости! Должно быть! Какое? Дай мне подумать! Нечего сказать, убедил, хороший я буду, если ты только сейчас должен придумывать. Нашел! Что? Я сделаю так, что монах, который до сих пор нам помогал, сделает и остальное. Это каким образом? Мы все должны переодеться. Я заставлю переодеться и монаха. Он изменит голос, лицо, одежду. И я скажу доктору, что это ты. И он поверит. А что же я буду делать? Ты наденешь дырявый плащ и с лютней в руках. Увидишь там, вон там, из-за угла его дома, напевая песенку. Подожди, это что, с открытым лицом? Да. Если бы на тебе была маска, у него зародилось бы сомнение. Ну тогда он узнает меня. Ты не узнаешь. Почему? Потому что я хочу, чтобы ты вот так скривил нахер на лицо, раскрыл, выпятил или оскалил рот. Ну-ка, покажи. Нет, зажму еще один глаз. Ну попробуй, попробуй. Так? Да нет, не так. Ну мало, мало. Вот так. Подожди, вот так. Так, вот так, запомни это. Я запомнил. А, у меня есть дома приставной нос. Ты его нацепишь. Хорошо, а что будет дальше-то? Когда ты покажешься из угла, мы будем стоять здесь. Мы отнимем у тебя лютню, схватим тебя. Да ты что, скрутим? Пусти ты. И поведем в дом. И положим в постель. Остальное тебе придется делать самому. Только бы попасть туда. Туда ты попадешь. Но добиться того, чтобы ты вернулся, зависит от тебя, а не от нас. Каким образом? Ты должен в эту ночь расположить ее к себе. И прежде чем уйти, открыться ей. Открыться. Признайся ей в обмане. Выкажи любовь, которую ты к ней питаешь. Ой. Скажи, как она тебе дорога. И как она без всякого сраму может быть твоей подругой. Немыслимо, чтобы она с тобой не спелась. И захотела, чтобы эта ночь осталась единственной. Ты думаешь? Убежден. Но не будем больше терять времени. Уже 8 часов. Позови Сиру. Так. Пошли напиток на сэру Нича и жди меня дома. Хорошо. Я пойду за монахом. Заставим его переодеться и приведем сюда. Разыщем доктора. Так. И сделаем все остальное. Ах, каналья. Хорошо придумал, а? Давай. Ступай. Не забудь лютню. Эй, Сиро. Да? А? Вот он я. Возьми серебряный стакан в шкафу у меня в спальне. Так. И принеси его мне, покрыв куском шелка. Да смотри, не пролей дорогу. Будет сделано. Этот человек пробыл со мной 10 лет и всегда служит мне верой и правдой. Я думаю, что и в этом случае я могу на него положиться. Опа! Вот он. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, живо ступай в дом мессера Ничи и скажи ему, что это лекарство, которое Мадонна Лукреция должна принять сейчас же после ужина. Ага. И что чем раньше она поужинает, тем лучше. Хорошо. Так как мы будем на углу в условленный час, пусть он туда же придет. Ну иди скорее. Иду, иду. Послушай. Да-да. Если он захочет, чтобы ты его подождал, жди его и приходи сюда с ним. Ну, а если не захочет, вернись сюда ко мне после того, как отдашь ему стакан и исполнишь поручение. А, слушай, мессера. Давай.
Я жду, чтобы Лигурия вернулся с монахом. И кто говорит, что ожидание дело нелегкое, говорит правду. Я каждый час теряю 10 фунтов весь. Если что-нибудь нарушит мои планы, это будет последняя ночь моей жизни. Я брошусь в Варну. Повешусь, выброшусь из этих окон, зарежусь на ее пороге. Так. Но я вижу Лигурию. Так и есть, это он. С ним кто-то, как будто горбатый, хромой. Это, наверное, переодетые фраты. Ох, эти монахи. Узнай одного, узнаешь всех. А кто же еще один, что присоединился к ним? Как будто Сира, который уже выполнил поручение. Он самый! Подожду их здесь, чтобы с ними договориться. Где этот Кадимок? Кто это с тобой, Лигурио? Хороший человек. Хромой он или притворяется? А вот это уже не твое дело. Рожа у него самые разбойничьи. Да молчи, пожалуйста. Ладно. Как ты мне надоел. Где Калимака? Я здесь. Добро пожаловать. Калимака, предупреди ты этого болвана Сиро. Он уже наговорил 1000 глупостей. Послушай, Сиро, что бы ты ни видел, не приметил или не слышал нынче вечером, держи в величайшей тайне, да? Если ты дорожишь моим добром, честью, жизнью и своим благополучием. Вот именно. Будет сделано. Ты отдал стакан доктору? Да, мисс сэр. Что же он сказал? Что он исполнит вовремя? Это Калимака. К вашим услугам, фрате Матео. Вы можете располагать мною и всем моим имуществом, как самим собою. Слышал? Слышал и верю этому. И готов сделать для тебя то, чего бы не сделал ни для кого на свете. Ваши труды не пропадут даром. О, с меня достаточно твоего расположения. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Оставим церемонии. Мы с Сиро пойдем переоденемся. Ты, Калимака, иди с нами. Потом пойдешь по своим делам. Фрате Матео дождется нас здесь. Мы тотчас же вернемся и отправимся за мессером Нича. Хорошо. Идем. Я вас жду. Ой, да, правы те, кто говорит, что дурное общество доводит до виселицы. И нередко человек кончает плохо как от того, что слишком податлив и слишком добр, так и от того, что слишком порочен. Бог ведает, что я никого не хотел обижать. Сидел себе в своей келье, служил своей службы, пекся о своей пастве. Попался мне этот дьявол Лигурио. Я из-за него сначала палец заморал в грехе, а там засунул всю руку и увяз по уши. И не знаю, куда еще влопаюсь. Ну, а впрочем, меня утешает то, что когда какое-нибудь дело касается многих, многим и приходится о нем заботиться. Иди, иди живее! Вот и Лигурио возвращается со слугой. Ну, как мы выглядим? Хороши мы? Выглядите как нельзя лучше. Не хватает доктора. Пойдем к его дому. Уже больше 9 часов. Идемте. Кто это отворяет его дверь? Он? Нет. Или его слуга? Это он сам. А че ты смеешься? А как же не смеяться? На нем камзольчик, который не закрывает ему, простите, зада. Какая-то чертовщина у него на голове. А под полой, видите, шпажонка. Бормочет что-то. Отойдем в сторонку, и мы еще услышим про какое-нибудь несчастье с его женой. И чего только не выкидывала эта моя дура. Она услала служанку к матери, слугу на хутор. Ну и хорошо, за это я ее хвалю, но не похвалю за то, что прежде чем соблаговолить лечь в постели, она так долго кривлялась. Я не хочу, как же мне быть? А что вы заставляете меня делать? Ах, мама, мама. Если бы мать не задала ей перцу, она так бы и не залезла в постель. Чтоб бы ее лихорадка растрясла. Приятно видеть неподатливых женщин, но не настолько же. Однако и я хорош. Ну, кто бы мог меня узнать? Я кажусь выше ростом, моложе, страннее. И не нашлось бы женщины, которая потребовала бы у меня денег за то, чтобы лечь со мною в постель. Но вот что... Где мне найти остальных участников этого дела? А, Боже.
Добрый вечер, мессер! Да не бойтесь, не бойтесь! Не бойтесь, мессер, это мы! Да, я вижу, это вы все здесь! Ой, если бы я вас сразу не узнал, я бы прямо так вас заколол на месте! Ох, это ты, Лигурио! Ну, конечно! А Чиро, это ты! А тот магистр Калимако? Да, мессера, это он! Вот это да! Ну, здорово вырезался, не узнаешь. А я заставил его положить два ореха в рот, чтобы его не узнали по голосу. Ну, ты болван. Почему? Почему? Что ж ты мне раньше об этом не сказал? Я бы себе тоже положил в рот два ореха. Ты же знаешь, как важно не быть узнанным по голосу. Ну, хорошо, хорошо, не сердитесь. Нати, положите себе это в рот. А что это такое? Шарик воска. Ну-ка, дай-ка. Ну, вот. Чтоб ты высох, негодяй ты эдак. Ай, простите, я вам не то дал. Вот вам другой, я просто не заметил. Из чего он взял? Из алоэ. Из алоэ. Пропади ты, пропадай. Фу. О, господи, магистр, а почему вы ничего не говорите? Лигурио меня расчертил. О, слышите, как хорошо меняете голос. Не будем больше терять здесь времени. Я буду полководцем и выстрою войско перед сражением. Хорошо. Правым флангом будет командовать Калимака. Левым я. Между двумя флангами здесь вот расположится доктор. Ага. Сиро заставит прикрытие, чтобы оказать поддержку той части, которая дрогнет. Пароль будет... Святой Рогач. А, хорошо. Кто это Святой Рогач? Это самый чтимый святой, какой только есть во всей Франции. В поход. Устроим засаду на этом углу. Тихо. Слушайте, я слышу лютню. Так это же он. Что делать? Необходимо выслать разведчика, чтобы обнаружить, кто он. В зависимости от того, что он донесет, мы и будем действовать. А кто пойдет? Иди ты, Сиро. Ты знаешь, что тебе надо делать. Разгляди, разведай и живо возвращайся. Иду. Только я бы не хотел, чтобы вы дали маху, чтобы это оказался слабый, хилый старикашка. И чтобы завтра вечером пришлось начать игру сначала. Да не бойтесь, не бойтесь. Сиро ловкий малый. Вот уже он возвращается. Ну, Сиро, что нашел? Сиро, так, что? Это самый красивый молодчик, которого вы когда-либо видели. Так, ему нет и 25 лет, и он идет себе один. Один. В коротком плаще, играя на лютне. Это же в самый раз, если говоришь правду. Но берегись, если это не так, Сиро. Он таков, как я вам сказал. Подождем, когда он появится из-за угла. И тогда все сразу бросимся на него. Ой, это правильно. Магистр, подвиньтесь поближе. Я чувствую, что вы дюжий малый. Тихо. Пусть черт придет к тебе в постель, вот раз он. Мне нельзя. Вперед, вперед, смелее, смелее. Давай руку. Отдай руку. Закрой ему! Увидишь, что? Закрой ему голову, зажми ему рот! Руки ему, руки! Дай ему еще раз! Дай по башке! И хорошо, что больно! Дай по башке! Пихай его в дом! Пихай в дом! Мессер Нича! Я пойду себе отдохну, потому что у меня до смерти болит голова. И если не понадобится, то я завтра не вернусь. Да-да-да, магистр, не возвращайтесь, мы сами справимся. Дай ему еще раз! Дай ему еще раз! Пихай в дом! Пихай в дом! Ну вот, они заперлись в доме. Лигурио и Сиро будут ужинать. Доктор
из спальни будет ходить в залу, чтобы кухня работала как нужно. Калимака и Мадонна Лукреция спать не будут, потому что я знаю, что будь я на его месте, мы бы уж, наверное, не спали. О, сладостная ночь, святые часы успокоения, друзья любовников самозабвенных, упоения земные, все в вас, вы наслаждение, прямой источник для сердец блаженных, вы полчищем влюбленных, даруете награды после долгих томлений. Ночь под твоею властью и ледяная грудь пылает страстью. Могу сомкнуть глаз, так обуревает меня желание узнать, как это Калимака и другие обделали дельца. О, я слышу великий шум в доме мессера Нича. Вот они, клянусь Богом. Они выталкивают узника. Здорово замешкались. Подслушаю, что они говорят. И не буду показываться. Хватай! Хватай его с этой стороны, а я с этой! А ты, Сиро, держи его сзади за плащ! Не делайте мне больно! Ну, замолчи! Ну, замолчи! И ну-ка, проваливай! Не бойся, не бойся, проваливай! Проваливай отсюда! Стойте! Стойте! Дальше не пойдем. Правильно. Отпустим его здесь. Вот. Обернем его два раза, чтобы он не знал, откуда пришел. Ага. Сиро, крутись. Сиро, крути. Крути. Сиро, поверни. Поверни еще раз. Вот так. Прочь, распутник! Распутник, проваливай! Проваливай! Если ты будешь еще болтать, я тебе глотку перережу! Проваливай! Фух! Ой! Фух! Ой! Господи! Удрал! Удрал! Фух. Вы идите к магистру Калимаку и скажите ему, что все прошло как нельзя лучше! А что же мы можем ему сказать? Мы же ничего не знаем! Вы знаете, что, придя в дом, мы отправились в погреб выпить. Ну да. Вы и теща остались возиться с этим бродягой. Мы вас больше не видели до тех пор, пока вы нас не позвали, чтобы его выпроводить. Вы правы, но зато у меня есть что рассказать вам. Ну и что же? А вот что. Супруга моя была в постели в потьмах. Так? Сострата меня ожидала у огня. Я поднялся наверх с этим молодчиком, и чтобы чего-нибудь не проглядеть, я отвел его в каморку, которая у меня рядом с залой. Так? Там горел слабый свет, бросавший бледное мерцание, так что он не мог видеть моего лица. Ну что же, пока все разумно. Вот, я заставил его раздеться. Он, конечно, он сопротивлялся. Я тормошил его, как собака. Мне казалось, что прошло 1000 лет, пока он вылез из одежды и остался нагишом. Он безобразен с лица. Да? У него носищий рот на сторону, но я никогда не видел более красивого тела. Да что? Да, белое, нежное, упругое. Ну, о других вещах не спрашивайте. Я так думаю, что тут нечего разговаривать. Нужно было все это видеть. Смеешься? Уж если я запустил руку в квашню, я нащупаю и дно. А затем нужно было бы смотреть, здоров ли он. Если бы у него оказались язвы, хорош бы я был. Да. Тебе легко говорить. Вы правы. Когда я увидел, что он здоров, я вытащил его за собой и в потьмах отвел его в спальню. Уложил его в постель и перед тем, как уйти, захотел на ощупь убедиться, как идет дело. Я ведь не привык, чтобы мне очки втирали. Ну что же,
Вы провели это дело с большой предусмотрительностью. Еще бы. После того, как я все обтрогал и общупал, я вышел из спальни, запер дверь и пошел к теще, которая сидела у огня, и мы всю ночь провели за беседой. Так о чем же вы? О чем же вы беседовали? О чем? О глупости Лукреции. И о том, насколько было бы лучше, если бы она уступила сразу, без всяких околичностей. Затем поговорили о младенце. Ведь мне уже кажется, что я его держу на руках, этого малыша. Да. И мы так засиделись, что я слышал, как пробило 5 часов, и, боясь, как бы нас не застал день, пошел в спальню. И что же вы думаете? Ну? Я не мог поднять этого парня. Верю. Сало пришлось кошке по вкусу. Но все же я заставил его встать. Вызвал вас, и мы его выпроводили. Ну что же, ловко обделано. Да ловко, а знаешь, мне его жалко. Кого? Ну, этого бедного юношу, что он должен умереть так скоро, и что эта ночь ему обойдется так дорого. О, Господи, вот еще. Не было печали. Предоставьте ему об этом тужить. А, ты прав. Однако я жду, не дождусь, когда увижу магистра Калимака, чтобы порадоваться вместе с ним. Он выйдет через час. О, уже совсем светло. Мы пойдем переоденемся. А вы что будете делать? Да я тоже пойду домой надеть приличное платье. До встречи через час. До встречи. Сила. До встречи через час. Я слышал разговор, и он мне понравился, принимая в рассуждение, до чего глуп этот доктор. Кто это выходит из дома? Мне кажется, что это Лигурио, а с ним должно быть Калимака. Я не хочу, чтобы они меня видели, тем более, что если бы даже они не пришли ко мне, у меня всегда хватит времени зайти к ним. Как? Я уже тебе говорил, мой Лигурио, мне было не по себе до 3 ночи. И хотя я получил большое наслаждение, мне казалось, что... Ну, дело неладно. Нет, я был уверен. Но после того, как я открылся ей и высказал ей любовь, которую я к ней питаю, и как легко, по глупости ее мужа, мы можем жить счастливо, без всякого позора. Ну, обещав ей взять ее в жены, как только Господь приберет его к себе, а она, помимо всех убедительных доводов, отведала разницу между ночью, проведенной со мной и с мессером Ничи, и между поцелуем молодого любовника и старого мужа. Немного повздыхав, она сказала... Ну что, что она сказала? Подожди. Раз твоя хитрость, так, глупость моего мужа, простоватость моей матери и низость моего духовника заставили меня сделать то, чего я никогда бы не сделала по собственному почину. Так, ну? Я готова признать, что это случилось по соизволению неба, которая распорядилась так, а не иначе. И я не вправе отказаться от того, что небо повелевает мне принять. Ну, дальше. Поэтому я выбираю тебя своим господином, повелителем и руководителем. Ты мой отец, мой заступник. И я хочу, чтобы ты был моим единственным благом. И то, чего мой муж захотел на один вечер, я хочу, чтобы было у него всегда. Итак, ты сделаешься его кумом и пойдешь сегодня утром в церковь, оттуда обедать вместе с нами, и в твоей воле будет приходить к нам и оставаться у нас, тебе захочется. Так. И мы сможем видеться когда угодно, не возбуждая никаких подозрений. Туда придет она, ее мать и доктор. Тихо! Что? Я слышу, как отворяется его дверь. Это они! Выходят дамы, а за ними доктор. Направимся к церкви и там подождем их. Пошли. Лукреция, я полагаю, что если дело, то со страхом Божиим, а не кое-как. Что же еще надо делать?
Ишь ты, как отвечает, как петушица. Не удивляйтесь, она несколько взволнована. Что вы хотите сказать? Я говорю, что хорошо бы мне пойти вперед, поговорить с фратом Матео и сказать ему, чтобы он встретил тебя у входа в церковь и повел тебя к молитве. Ибо сегодня утром ты все равно, что снова родилась на свет. Что же вы не идете? Что-то ты очень смела сегодня. Вчера она казалась полумертвой. Это по вашей милости. Идемте к фрате. Впрочем, не нужно. Он выходит из церкви. Я вышел к вам, потому что Калимака и Легурио сказали мне, что доктор и дамы идут в церковь. Добро пожаловать. От всей души желаю вам, Мадонна, чтобы Бог послал вам хорошенького мальчугана. Дай Бог. Бог даст непременно. О, я вижу в церкви Легурио и магистра Калимаку. Да, мессер. Ну, позовите. Калимака, Легурио, идите. Идите сюда. Спаси вас, Бог. Спаси вас, Бог. Магистр, дайте руку моей жене. Охотно. Идемте. Идемте все в церковь. И там произнесем молитву. А вы не ждите, что мы еще выйдем. Служба длинная, длинная. Прощайте. Уважаемые радиослушатели, закончилась ученая комедия Никколо Макиавелли «Мандрагора». Постановка Владимира Малкова. В спектакле были заняты Юрий Яковлев, Лев Дуров, Антонина Дмитриева, Рогволд Суховерка, Татьяна Аргунова, Виктор Зазулин, Владимир Вихов.